В читальном зале детско-юношеской библиотеки имени Горького собираются юные слушатели. Это учащиеся 9 класса общеобразовательной школы номер 37. Старшеклассники пришли, чтобы узнать больше о своих правах и обязанностях, ознакомиться с новшествами в законодательстве, которые обязан знать каждый гражданин Украины. Полезную информацию для любопытной молодежной аудитории подготовили сотрудники криминальной милиции. Беседа была о том, какие правонарушения в основном совершаются несовершеннолетними, что нужно делать, чтобы их избежать. Я им рассказала о насилии в семье, что нужно делать, чтобы избежать также этого насилия в семье, что нужно не бояться. И вообще рассказала также о преступлениях, чем это чревато, и об уголовной ответственности за эти преступления. Юные мариупольцы не были пассивными слушателями, многие задавали вопросы и демонстрировали уже полученные в школе знания и вели диалог с работниками милиции на должном уровне. Я понял то, что если в раннем возрасте нарушить закон, то это может поставить крест полностью на вашей жизни. И нужно вести нормальный образ жизни, быть хорошим человеком, не совершать никаких правонарушений. Растить законопослушных граждан, юридически грамотных членов общества, ответственных за свои поступки. Это задача мероприятий, которые и проводятся в рамках недели правового образования населения. В данном случае свои усилия объединили сотрудники библиотеки и милиционеры. Для нас и наших читателей очень важны встречи с правоохранительными органами, чтобы ребята знали, что за определенное правонарушение есть соответствующее наказание. Уже сегодня запланирован целый ряд подобных мероприятий, которые пройдут во всех районах города в течение следующей недели.